Церебромацист. Ну, это, вы знаете, вот они мимотен, ментум, а церебромацист, они очень похожи друг на друга, но, в принципе, они все разные. То есть надо вычитывать подробные инструкции, и они у вас будут. Вот. Церебром, понятие, вот, например, то, что я сейчас рассказывал, да, это возрастные изменения мозга, да. Вот тот препарат ментум, с которым вы уже знакомы, он помогает улучшить память. Вот. А церебромассист, он помогает не только улучшить память, мышление, внимание, но он помогает стать умнее. А если стать умнее, это поможет изменить всю вашу жизнь. Вот. Не только приобрести качество, необходимое для профессиональной иной деятельности, но вот именно помогать уметь думать лучше и уметь быстрее. Вот, потому что к умственным способностям в настоящее время предъявляются все более высокие требования, высокий темп научно-технического прогресса, объем информации постоянно увеличивается, внедряются новые программы, учебники, усложняются методы обучения. Наш мозг не успевает за всем этим. Вот, как раз именно это помощник мозга, что мы успевали со современным ритмом жизни. Вот, потому что в наших условиях современный человек должен обладать уже не только хорошо развитыми интеллектуальными параметрами, но и обладать способностью осуществлять определенную умственную деятельность с требуемым качеством в определенный интервал времени. Вот. Поэтому, особенно как раз вот у нас дети страдают большой перегрузкой в этом отношении. Вот. И поэтому снижение успеваемости у школьников, у студентов и так далее. Потом как раз для именно повышения умственной работоспособности поможет стать умнее. Вот, ну, умственная работоспособность – это приспособительный механизм деятельности мозга, зависит от очень многих факторов среды, которые воздействуют на познавательную сферу, как непосредственно, так и опосредованно, вот, через какие-то соматические процессы, личностные изменения, генетический, неврологический, психологический статус организма. Вот, поэтому, как бы, особенно я повторюсь, да, что в настоящее время требования там образования и социальной среды превышают биологические возможности, подчеркиваю, биологические возможности мозга у детей и взрослых. Вот. То есть поняли, да, для чего? Давайте я повторю, что требования образования и социальной среды превышают биологические возможности мозга не только у детей, но и у взрослых.